Всем привет, друзья! Сегодня я наконец-то получил свою долгожданную посылку с Амазона. И сейчас я покажу вам, что я заказал. Итак, начнем с главной упаковки. Это ND-фильтры, комплект ND-фильтров для экшн-камеры GoPro 9 и 10 от компании Freewell. Дальше. Карта памяти на 512 гигабайт. Чарджер, зарядка с дополнительной батареей для GoPro. Стабилизатор Inky Falcon для экшн камеры. Ну а в большой упаковке мои веганские протеины. Отлично. Ну и самая главная часть моей посылки, к сожалению, будет доставлена только через пару дней. Это сама экшн-камера GoPro 10. И скорее всего, что все эти упаковки я вскрою вместе с ней. Сегодня мы стоим в Сплите, это Хорватия, почти середина октября, и я на борту уже 4,5 месяца. Через 3 недели, наконец-то, я лечу домой в отпуск. Это не может не радовать. И если честно, этот сезон очень тяжелый морально. Все эти ограничения с выходом на улицу и в пассажирскую зону очень напрягают. Но ничего, нас не сломают.